25 марта 2020 год, Харьков. Самый разгар карантина. В связи с пандемией коронавируса COVID-19. Это полтавский шлях. Трамвай больше 10 человек не садится, в автобусе больше 10 человек не садится. Маски надевать. На что абсолютное большинство харьковчан, как бы потактичнее сказать, лицензурные. Все инструкции большинство харьковчан игнорируют. Наверное, лучше всего так это сформулировать. Предприятия позакрывались. Ну, какие позакрывались, какие работают. Немного ушли в отпуска, оплачиваемые, неоплачиваемые. В том числе и наша. Посему ничего лучше не нашел, такой денечек солнечный, как выбраться и поснимать, что у нас получше освещено. Так, это у нас стрелочка. Сквер Стрелка. Благовещенский собор. Полосатенький. Не звездно-полосатый, есть флаг звездно-полосатый, а это у нас крестополосатый собор. Покровский тоже рядышком. Успенский у меня за спиной, тут не увидим. Лады, поехали, еще что-нибудь запечатлим. Еще раз, 25-е марта 2020 год, Харьков. Карантин в городе Харькове. Впервые в истории этого города метрополитен закрыт на карантин. Вот там такой вид красивый. Спасибо, посмотрю, спасибо. Молодые.